Хотя я за українську мову, я за українську ідентифікацію, я за українізацію. Но сейчас быть фашистами в этой стране для тех, кто не умеет разговаривать на русском, на украинском языке, считаю это в данное время неправильно. Ось хочу вам что сказать. Давайте мы дождемося победы, перемоги, а потім без всяких на то зауважень всі люди, які знаходяться на Україні, вони перейдуть на українську мову. Так ось і буде. Розумієте? Зараз нахожусь в евакуації в Турції. Скажіть, пожалуйста, коли можете повертатися в Київ? Ну, я думаю, где-то с 10-11 мая можно ехать. Скажите, пожалуйста, перед самой войной у меня дочь проходила ЭКО. Мы в начале марта должны были ехать на перенос. Получится после войны у нее родить деток, да. Здравствуйте, сильно немеют руки. Прошло 2 курса лечения, ничего не помогает. Можно ли как-то помочь? Зеленую ниточку обмотайте вокруг поясницы, носите. Каждый день висите на чем-нибудь. Только не на шкафу, а то перевернут. Намазывайте салом позвоночник.